Доброго всем времени суток. Как вот я и обещал, в апреле месяце делаю обзор для канала О Колесо о шинах Bridgestone Spike 02 шипованных. И вот сейчас хочу сделать обзор на летние шины Тигар Ультра Хай Перформанс в размере 215-55-17. Резина мне очень понравилась. Она легкая. По весу один баллон весит 9,2 килограмм 200 грамм. А машина у меня Honda Vezel гибрид. Так что вот такая резина мне сама, можно сказать, сама то. Ну, проехал я на ней где-то 5900 за сезон. Ну, езда такая, город, дача. Резина мягкая, все же производство Сербия. Это, ну, дочка Мишлена. И до этого резина Dunlop была родная, с Японии еще. Она вообще дубовая была, как очень жесткая мне это самое. Ну, вот дорога там на дачу, там километров 7, дорога убитая. Вот я как-то это самое все переживал, чтобы мне там, ну, ни одной ни грыжи, ни проколов, ничего за сезон не было. Все так нормально. Отъездил. Все вот в таком состоянии. Ну, в общем, еще одну. Брал я ее в декабре 21 года. Комплект обошелся 23 300. Ну, в общем, как по цене китайской резины получилось. Часто она, конечно, намного дороже. Ну что, резиной доволен, резина хорошая. Ну что, пожелаю всем, главное, чистого неба над головой. Всем удачи!